Всем привет, друзья! Вот и забрал я посылочку с Алиэкспресса. Это, значит, последняя, надеюсь, вещь. Хотя нет, не последняя, микрофон мне еще нужен. На микрофон я посмотрел, скорее всего, я буду его покупать. Петличку. Но, возможно, и не буду. Посмотрим. Это вещь такая. Значит, это как бы видео продолжение к видео предыдущим, кто не в курсе. Штатив Манфрото, держатель для смартфона, переходник сюда, то есть удлинитель получается. Манфрото был куплен в М-видео. Эта штука была куплена. Но это вообще штатив монопод, так скажем, для селфи. Сюда можно экшн-камеры прикреплять. Можно и побольше что-нибудь. Суть в том, то, что я ее чисто взял как удлинитель. Вот сюда. Сюда креплю. 1,4 разъем. И сейчас мы это все прикрепим. И не хватало лишь одного. О! Значит, вот. Отлично. Продавец положил прямо сюда. Головку вращающуюся. Так. Так, ну здесь, конечно, по сравнению с Манфрото, качество, конечно, Китай. Здесь он даже шарик такой из алюминия, и он такой насечками сделан. Здесь просто гладкий металл дешевый. Посмотрим, как будет держать. Так, у нас в бок он поворачивается. Да, все такое, знаете, Китай китайский. Ну да ладно, в принципе, это недорого обошлось. Здесь, конечно, так. Фиксируется, ну, в принципе, фиксируется. Да, ну, конечно, это все неудобно, вот это. Каждый раз вот так фиксировать, крутить. Да, это неудобно вообще никак. Ну, возможно, потом я куплю как другую головку, потому что это фигня полная. Так, ну, она просто шла в комплекте с светильником. Вообще, я купил свет, просто они продавались вот так в комплекте. Ссылку на продавца я оставлю. Они продаются отдельно, продаются вот в таком комплекте. С головкой вот с этой. И там еще, по-моему, есть. Их по две продают лампы. В общем, посмотрите. Так. Соответственно, 1000 рублей меньше это стоит. Я еще там покупал со скидкой. Как раз продажа была какая-то. Купон применил. Мне еще дешевле, как всегда, это все обошлось. Так. Вижу кабель какой-то здесь дешевый, опять же, скорее всего, Type-C, скорее всего, на помойку тоже сразу можно выкинуть. Это я не знаю, что, для чего, фигня какая-то. Так, ну сейчас посмотрим сам фонарик, самое главное, как он светит. Они там есть разные, я взял простой, есть там как бы с разными цветами, сколько там цветов, очень много. Всякие красные, зеленые, желтые, цветовую гамму можно настраивать, чтобы делать всякие красивые фотографии. Но мне для подсветки суть в чем? Так. Суть в чем? То, что я уже в предыдущих видео, значит, рассказывал, что на держателе, вот на этом, на манфротовском, есть специальная. Вот отделение сверху как раз таки предназначено для фонаря либо микрофона. И соответственно манфротовский фонарь стоит 3 рубля или 3, там почти 4, что ли, 3 с чем-то. Ну короче, это очень дорого за фонарь отдавать такие деньги, поэтому я решил поискать альтернативу. Нашел вот такой вот китайский UNZ VL49-2000. Вот здесь вот у нас вот. Короче, здесь у нас вот он. Так, вот так включается вот. Ага, я его включил. Ух ты, он на самом деле. Слушайте, на самом деле мне уже нравится. Нравится тем, то, что он не слепит глаза, во-первых. Ну, слепит, но не сильно. Там, наверное, диода, это пластиковая. Это пластик. Вот на камеру это. Вы, короче. О, смотрите. Так, давайте посмотрим. Тут я могу по ходу делать больше-меньше. О, точно.
Опа, еще ярче. Вот сейчас уже глаза слепит. Так, еще больше я могу сделать. И еще больше. Ух ты, вот это все. Ни хрена себе. Вот это мне аж смотреть больно прям. Супер. Офигеть, шикарно светит. Шикарно светит. Аж глаза, короче, я посмотрел, я слепился немножко. Так. Ага, вот, короче, раз, два, три, четыре. Понятно. Раз, два, три, четыре. Пять режимов подсветки. Так, М это что у меня? Три. Что это такое? Я не знаю, что вот это такое. Это может какая-то память. Memory может. Что-то на тройку сразу переключается. Ну, как видите, у меня здесь нету не только яркий свет. Нету у меня тут желтых, красных цветов, зеленых. А есть такой же фонарь с всякими разными цветами для красивых селфи. В принципе, была у меня мысль его купить, но потом подумал, зачем мне это, как бы, ну, баловство все это. О, здесь сверху я могу сюда прикрепить микрофон. Вот сюда сверху, над фонарем. И самое интересное, друзья, подойдет ли вот этот вот крепеж к Манфроту. Вот этот самый главный вопрос. Потому что должно быть, по идее, все универсальное, но кто знает. Давайте-ка сейчас посмотрим. Итак, есть. Подошел. Подошел, и я должен вот этим колесиком его зафиксировать. Все, супер. Просто супер. Так, надо сказать, что у фонаря здесь еще есть справа крепеж. Я могу сюда, по идее, прикрепить еще один такой фонарь. Справа, слева. И сверху могу еще один фонарь. Ну, либо микрофон. Либо микрофон. Микрофоны там продаются, 2000 стоят, но я не знаю, что это за качество такое. Какой-то стрёмный микрофон там. Пока записываю так, по привычке, на смартфон. Так. В принципе, держится крепко. Ну, так. Вот что у нас получается. Сюда осталось смартфон поставить. Так. Я могу вот так снимать. Могу снимать так видео. И сюда, естественно, удлинитель с этой головкой. Сейчас мы это проверим, кстати, как эта головка работает. Так. Хорошо, что все универсально. 1,4 разъема. Если были бы у каждой фирмы свои разъемы, то это было бы, конечно, катастрофа. Но вот это мне не нравится. Конечно, это просто фигня полная. Какую-то надо искать хорошую головку. Но манфротовские стоят тоже что-то там конских денег. Поэтому. Так, о. Сюда она идеально подошла. Китайская головка китайскому этому моноподу. Так. Здесь у нас есть. Вот, наверное, разбирать ее там. Звездочка какая-то. Ну вот это вообще, смотрите, как ерундово. Как ерундово, вот это вот я должен вот это каждый раз вот так вот крепить, короче, крутить вот эту вот херню. Да. Ну да ладно, короче, прям. В принципе. Такая конструкция получается. Вот. Так. Вот такая. Вот сейчас мы его еще удлиним. Посмотрим по высоте, сколько у нас это получается. Так. Ну, в принципе, эта штука держит на самом деле. В принципе, вот эта штука на самом деле держит, эта головка. В принципе, можно ее покупать, просто она такая вот неудобна, что вот этот вот
Конечно, механизм сам. Мне кажется, резьба со временем там просто сотрется, и она не будет держать. Потому что у меня уже такие механизмы были где-то. Сам держатель-то очень крепкий. В принципе, фонарь никуда не денется тоже. Сверху микрофон можно. Штатив Манфрото крепкий. Ну, получается вот такая вот конструкция. Вот. В принципе, неплохая. Повыше, чем мой штатив самодельный, получается. Видите, какой я? Ну, я показывал видео, как я сделал вот этот вот штатив сам. В принципе, ничего сложного нету. Купил самый дешевый монопод за 100 рублей в фикс прайсе. Банку из-под водки использовал металлическую. В нее насыпал гипса, чтобы она была тяжелая. Главное, чтобы он был устойчивый, штатив. Туда вставил в этот штатив монопод, все, штатив готов. Он у нас по высоте регулируется. Сюда купил в Макси Доме фонарь вот такой вот, подсветку. Вот. Ну, это я уже давно делал, полгода еще. Зимой еще помню, когда вообще снимать было невозможно, когда все темно, ничего не видно, вообще было невозможно снимать, записывать видео, потому что света нету, темно, солнца нету зимой, и скоро это опять начнется. И теперь у меня есть вот такой вот фонарь. Если его будет света мало, то у меня есть еще один. И сюда можно еще таких фонарей напокупать. В общем, в целом я что, я могу сказать, что я доволен покупкой. Значит, по деньгам, что вот эта вот конструкция, пока все это вылилось. Тут еще нет микрофона, не хватает. Значит, штатив Манфрото 2500, держатель для смартфона 1500, эта штука 800 на Озоне, держатель этот удлинитель, и фонарик что-то около 1000. Ну, мне там просто с этим, ну, фонарик вместе с вот этой вот, короче, головкой. Вот. В общем, вот такие вот дела, друзья. Все на этом. Ссылки оставлю. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.